Ну, это зал номер один, где располагается техника. Ну, здесь все наши партнеры, основные космические фирмы. Это РКК «Энергия», НПО имени Лавочка, СС Решетнева и целый ряд других. Вот этот аппарат был в космосе. Здесь больше всего было жара, и здесь стоит мощная тепловая защита. Вот командирское место. С него идет. Мы рассматриваем и фотографируем земную поверхность. Это вверх, где все фотографируем, где смотрим проявление. Еще, чтобы назад, чтобы встречное место.